здравствуйте! Поздравляю всех вас с праздником, друзья! У меня тоже хорошее настроение, но все же хотелось бы узнать, какой праздник ты имеешь в виду? Сегодня у нас что? Фестиваль! А это же настоящий праздник! Друзей ведь собрали? Смотри, друзья, вы с нами? Да? Посмотри на эти симпатичные улыбающиеся лица. Так могут улыбаться только по-настоящему творческие. Я бы даже сказал, как это, креативные люди. Точно. Самые что ни на есть креативные, молодые и позитивные люди. Все нарядные и модные, и у всех хорошее настроение. Ведь у всех хорошее настроение. Ну вот видишь, это же просто праздник какой-то. Именно. А какой праздник ты имеешь в виду? Фестиваль. Друзья, подскажите, а как же называется наш фестиваль? Как? Мы новое поколение! Новое поколение смелых, талантливых и творческих. Сегодня мы на лучшей сцене самого красивого, самого солнечного, самого теплого и гостеприимного города. Мы любим тебя, Сочи! Позитивный, единый, опережающий время. Приветствуем тебя, Дагомыс, новый, сильный и навсегда полюбившийся новому поколению нашей великой страны. А какой же фестиваль без спонсоров и учредителей? Мы с гордостью представляем тех, кто организовал этот конкурс. Правительство Москвы, Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связи с религиозными организациями города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы, Московский дом национальностей. Московский государственный университет культуры и искусств. Федеральное государственное унитарное предприятие «Оздоровительный комплекс Дагомыс», управление делами президента Российской Федерации. Фестивальное движение стран СНГ. Продюсерский центр «Нон-стоп медиа» Республика Беларусь. Региональный общественный фонд имени Ивана Семеновича Козловского, город Москва. Ростовский союз детских и молодежных организаций. Ну и, конечно же, какой же конкурс может состояться без жюри? Катюша, конечно, жюри у нас тоже есть. Но представим мы его вам чуть позже. Для приветственного слова мы приглашаем на сцену балетмейстера-постановщика Академического хора русской песни Российского государственного телерадиоцентра, лауреата премии «Гранни» театра МАС Байкову Людмилу Евгеньевну. Добрый день, дорогие друзья! Приятно видеть такое количество оптимистичных, веселых лиц. Весна – самое время отчитаться в своем творчестве. Спасибо огромное родителям и педагогам, и всем тем, кто помогает детям как-то проявить себя в творчестве. В итоге, правда, может быть, не зря говорят, красота спасет мир. Спасибо вам огромное, что вы занимаетесь музыкой, пением, танцами. Это все так здорово. Это внутреннее человеческое что-то, что мы можем предъявить друг другу. Мы можем порадоваться, увидя творчество и свое, творчество других. Я думаю, что мы будем счастливы видеть то, что вы делаете. От имени жюри я обещаю вам, что мы будем честными и беспристрастными. Пусть все будут молодцы и победит сильнейший. Спасибо вам большое. Успехов! Спасибо! Ну, а сейчас, как любит говорить Леонид Якубович, подарки в студию! На сцене заслуженный артист России Руслан Брагар! Встречаем аплодисментами, друзья! Аплодисменты! Дружнее! Хорошо!
годы горы, как бегут, как живые, переливая, журча и звеня. Возле Арыка я помню впервые, глянули эти глаза на тебя. В небе светят звезды золотые, ярче всех очей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Нужнее? Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Был в пустыне прибрежной, в море, в горах с пастухом у огня. Эти глаза неотрывно и нежно мне помогая глядят на тебя. В небе светят звезды золотые, ярче всех очей твоих краса. Только, друзья, вместе. Не слышу. Еще раз. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Спасибо. Побед вам! Встречайте! На сцене финалист телепроекта «Секрет успеха» и мой соведущий Артем Райзман! Привет, друзья, еще раз! Ну что, для вас, для всех, чтобы борьба бурлила в ваших жилах, чтобы вы побеждали, и внутри вот это чувство победы, чувство, как вы тяжело, ступенька за ступенькой идете к своей победе, оно никогда не угасало. И вы всегда стремились к еще более высоким высотам. Для вас это замечательная песня. И так стою у жизни на краю, но лик ее и в этот миг прекрасен. И если ты со мной, мой друг, согласен, бессмертью жизни жизнь отдай свою. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Давайте подпитывайтесь духом сопротивления, духом борьбы, духом победы. А если ждут нас горы впереди, и в час беды не смогут песня эта, пусть будет много в ней тепла и света, до края жизни с песней найди. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине.
все дано, поступок, мысль и речь. И только это в нашем мире властно. Украсить жизнь, чтоб жизнь была прекрасна своей жизнью, жизнью вековечь. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Спасибо, друзья! Артём Райзман! Для вас поют заслуженный артист России Николай Малаев. Я шагаю беспечно по дорогам пустым, не святой и не грешный. Почему жарким ветром сквозь душевную стужу дальний зов безответный обжигает мне душу? Я прошу очень мало у судьбы недотроги, мое сердце устало, не судите так строго. Где любовь и где воля? Где полет на рассвете, где счастливая доля? Кто может мне ответить? Я докричусь до небес, я достучусь до земли. Нет, мне не надо чудес, мне бы искру любви. Веру и силы мне дай, крепче напасть любой. Выстрадать сердцем свой рай, свет обрести и любовь. Я не верю приметам, пересудам, приметам. Ждет меня в этом мире ненаглядное где-то. Дверь судьба отпирает тем, кто крепко стучался. Вновь душа замирает от предчувствия счастья. Я докричусь до небес, я достучусь до земли. Нет, мне не надо чудес, мне бы искру любви. Веру и силы мне дай, напасть любой, выстрадать сердцем свой рай, свет обрести и любовь. Hey! Я докричусь до небес, я достучусь до земли, я достучусь до небес, я достучусь до земли. Нет, мне не надо чудес, мне бы искру любви. Веру и силу мне дай, крепче напасть любой. Выстрадать сердцем свой рай, свет обрести и любовь. Спасибо. Я от всей души поздравляю вас с открытием
Я желаю, что на этой сцене нужно не только петь, но еще понимать, про что поешь. Удачи и побед вам. И поверьте мне, вы все победители, потому что вы уже приехали на этот международный фестиваль. Ну а сейчас, особенно старшее поколение, прошу мне помочь. Хулиганская песня, которую написал с Адриано Челентано, русский текст. Называется «Сюзанна». Поехали! Опа! Молодцы! В одном дворе мы вместе жили. Хоп! И гоняли голубей. Взявшись за руки, ходили. И стихи писал я ей. Остался в памяти дом родной. Взгляд твой милый, озорной. Сюзанна, опа! Сюзанна, 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 где же ты? Ой! Эй! Ты красивая девчонка, и до пояса коса. Дальняя страна чужая разлучила навсегда. Остался в памяти дом родной и взгляд твой милый озорной. Поем! Сюзанна, 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 где же ты? Это чорно Портофино, Пьюдунезе, Сан-Тропес. Non han detto cocorito, non mi compri col batte. E se scappata a Malibu, con un grassista di bijou. Сюзанна, 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 mon amour. Сюзанна, 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 mon amour. Друзья, мальчишки, девчонки, помогите мне отыскать эту кареглазую девчонку-хулиганку, поехали! Приснилось мне, остался в памяти дом родной и Дагомыс наш золотой. Поем! Сюзанна, 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 где же ты? Поем дружно вместе! Сюзанна, 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 где же ты? Эй! Сюзанна, 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 где же ты? Вас тоже очень-очень любим. Ну что ж, Катюш, по-моему, сейчас самое время
полностью представить членов нашего уважаемого жюри. Армина Петровна Сагиртьянц, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, почетный работник культуры, директор детской школы искусств Пролетарского района города Ростова-на-Дону. Николай Алексеевич Малаев, артист театра и кино, композитор, певец, заслуженный артист России. Руслан Генриевич Брагар, солист Московской государственной академической филармонии, член творческой комиссии Ассоциации деятелей вокального и инструментального академического искусства, вице-президент фонда имени Ивана Семеновича Козловского, заслуженный артист России. Видимо, он еще не успел со сцены вернуться в зал. А вот он. А мы вас искали, Руслан Генриевич. Юрий Григорьевич Деревягин, профессор, заведующий кафедрой по хореографии МГУКИ, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Байкова Людмила Евгеньевна, заслуженный артист России, балетмейстер, постановщик академического хора русской народной песни города Москвы. Сергей Эдуардович Жданович, певец, композитор, кинорежиссер, генеральный директор продюсерского центра «Нон-стоп медиа», город Минск, Республика Беларусь. Директор фестиваля, заслуженный деятель культуры Российской Федерации Ирина Ивановна Бочарова. Ну что ж, дорогие друзья, нам остается лишь пожелать вам всем побед и объявить телевизионный международный фестиваль-конкурс сценического искусства «Мы – новое поколение» открытым!